Мы с вами находимся на объекте. Это частный дом. История этого дома очень долгая, очень неприятная для заказчика была. Сейчас уже все нормально, все исправили. Заказчик купил этот дом в Подмосковье и решил сделать ремонт и некое благоустройство участка. Надо было поменять кровлю, поменять утепление и сделать отделку внутри дома. Как обычно все происходит? Заказчик в интернете нашел компанию, заключил с ней договор и начал производить работы. Работы по кровле производились компанией, вроде как все было нормально, и он им дал в работу внутреннюю отделку. И вот здесь началось все самое интересное. Рабочие начали воровать материалы, завышать цены, завышать объемы. И качество всех работ, которые производили, они оставляли желать лучшего. Подрядчики несколько раз переносили срок сдачи определенного этапа. На объекте отсутствовал график производства работ. На объекте отсутствовало четкое понимание сметы, четкое понимание стоимости той или иной работы. Когда нас вызвал заказчик, уже понимая о том, что все плохо, постоянно он платит, результата нету, мы приехали, увидели очень печальную картину о том, что все работы, которые они произвели, а произведено было уже довольно-таки немало работ и внутри дома, и снаружи, все эти работы пришлось переделывать. Собственно говоря, после этого заказчик с нами заключил договор, где мы взяли на себя функцию технического заказчика, подобрали бригады, подобрали материалы, согласовали все цены, все сроки. И, собственно говоря, по срокам мы уже этот данный объект заказчику сдаем, уже завозится мебель, уже все собирается. Пройдемте, покажем. Это помещение кухни-гостиной, где подрядчиками были выполнены следующие виды работ. Шлифовка поверхности стен, устройство гипсокартонных потолков, устройство камина. Переделывалась полностью стяжка, перекладывались все коммуникации. И была уложена инженерная доска. Выбор правильного подрядчика – это основной критерий. То есть не просто найти в интернете какую-то там компанию, но подрядчик действительно должен быть абсолютно проверенный. При функции техзаказчика договор заключается между нами, экспертный центр «Надзорпро», и подрядчиком. И даже если что-то пойдет не так, мы уже сами проводим экспертизу, сами взыскиваем деньги с этого подрядчика. У нас сформированы проверенные компании, которые делают, представляют качественный результат. Отделка сауны. Здесь гималайская соль, можжевельник, отделка выполнена из кедра. Данную сауну подрядчики сделали примерно за 20 дней под ключ полностью. В данном доме выполнено 4 санузла, один из которых в хозяйской спальне, один санузел с душевой при сауне. Предыдущий подрядчик не выполнил монтаж фальш-стен для устройства плитки на скользящем крепеже, что было очень таким грубым нарушением, которое могло бы привести к неприятным последствиям. Подрядчики новые, которых мы на этот объект пригласили, все переделали и все сделали в срок. Также в функцию техзаказчика входило согласование лестницы, поиск подрядчиков и покупка материалов. Получилась такая вот довольно-таки неплохая лестница. Данная лестница сделана из лиственницы целиком. Раньше радиатор был установлен под окном, то есть так, как он и должен быть всегда там по нормам, правилам. Но у заказчика было принято решение убрать его с лестничной площадки, данные радиаторы, мы его перенесли вниз. Но для того, чтобы осуществлялась правильная конвекция, была заказана такая замечательная решетка, которая позволяет теплому воздуху подниматься к оконному блоку. Заказчику было предложено заменить старое деревянное ограждение на стеклянное ограждение для того, чтобы на второй этаж попадало как можно больше света. Получилась такая вот красивая картина. Вот как раз на данном объекте отчетливо видны все плюсы работы с техническим заказчиком и техническим надзором, потому что клиент получает свой результат вовремя и результат качественно. Все процессы контролируются регулярно. Наше дело, чтобы клиенты получали качественный результат и их подрядчики не обманывали.